Он летал к звездам и учил идти к своей мечте. Сотни людей пришли сегодня проводить в последний путь Леонида Каденюка, первого космонавта Украины. Он умер от сердечного приступа прямо во время пробежки. О том, каким был Каденюк, во что верил и о чем мечтал, в сюжете Игоря Меделяна. Катафалк с телом Леонида Каденюка встречают бойцы президентского полка. Почетный караул на таких церемониях – особый знак уважения к усопшему. На фотографии Каденюк с улыбкой и в скафандре. Именно таким его запомнили многие украинцы. Сотни пришли сегодня проводить последний путь. Среди них художник Анатолий Гайдамака. При жизни они часто общались. Создание надгробия для могилы Леонида Каденюка – последняя дань уважения. Потрясающий людина, просто чистый, честный. Это потрясающий человек, чистый, честный. Он летел к звездам, а звездной болезни у него нет. Простой человек, парень из деревни. За 2 часа поток желающих попрощаться с первым украинским космонавтом останавливается лишь один раз – во время смены караула. Проститься с Леонидом Каденюком приехал и второй президент Украины. В середине 90-х Леонид Кучма договорился с американским президентом Биллом Клинтоном об участии украинцев в составе команды шаттла «Коламбия». У меня была потом разговор с ним. У меня был разговор с ним во время его полета, как обычное событие. Такое впечатление, что он свой очередной полет совершает на обычном самолете. В 97-м на его скафандре было 2 шеврона с флагами – родной Украины и США. В составе американской экспедиции на шаттле «Коламбия» он провел на орбите 16 дней. Стоял директор космического агентства, ну, директор НАСА стоял. Он нам сказал, говорит, что у вас хорошие ребята, пилоты, если судить по Лене. Поэтому высокая оценка была. Он большую работу хорошую провел в космосе. Он, по сути дела, за полгода стал ботаником хорошим. Совершив первый полет, Леонид Каденюк не переставал думать о космосе. О своем желании полететь снова заявлял не раз. С этой мечтой космонавт прожил всю свою жизнь и совсем недавно рассказал о своем желании друзьям. Он говорит, не дивлячись на век, я готов полететь еще раз. Он сказал, несмотря на возраст, я готов полететь еще раз и выполнить все задачи, которые передо мной поставят. Говорил, что чувствовал себя хорошо физически, морально и был готов к полету. После полета в космос Леонид Каденюк удостоен звания Герой Украины. Свою золотую звезду он часто надевал на интервью или на публичные мероприятия. На церемонии прощания она также была рядом с ним, среди прочих наград. Леонида Каденюка, первого и пока что единственного космонавта независимой Украины, похоронили в Киеве на Байковом кладбище. Игорь Меделян, Александр Бугай, UATV.